It's my life, and it's now or never. Cause I ain't gonna live forever. Привет всем любителям моего канала. И сегодняшнее видео будет очень-очень мною любимое. Это организация пространства и места в шкафу. У меня такой вот обычный шкаф, и я просто, у меня болезнь порядка в шкафу. У меня никогда не бывает, чтобы вещи были в куче, чтобы вещи были перемешаны. И все всегда лежит по полочкам. Поэтому вы не думайте, что я специально наводила порядок для того, чтобы снять видео. У меня всегда такой порядок, и всегда вещи так лежат в шкафу. Почему мною любимое видео? Потому что я, так как помешана на порядках в шкафах, в тумбочках, в ящичках, и очень часто смотрела видео других блогеров и что-то себе, какие-то моменты на заметку себе брала, потому что мне было интересно, кто как пользуется какими-то секретиками, какими-то фишками, у кого что свое как бы для этой цели предусмотрено. Поэтому посмотрите мое видео, может быть, вы захотите снять такое же видео, может быть, вы захотите навести порядок в шкафу, может быть, вы просто возьмете что-нибудь полезное для себя. Итак, это двухстворчатый шкаф обычный, и первая половина шкафа у меня полочки. Раз, два, три, четыре, пять полок и две шуфлядочки. Значит, начнем с первой полки. Это у меня спортивные вещи. В первой стопочке у меня лежат кофты, а во второй штаны. Это чисто спортивные вещи. Вот, допустим, костюм я разделяю, сюда ложу байку, сюда ложу штаны. И так у меня разделено, если это костюм, если не костюм, просто лежат кофты в одной стопке, штаны всегда в другой стопке. Это нижняя полка, спортивные костюмы. Вторая полочка у меня, вот в этом ряду у меня лежат такие тонкие, с длинным рукавом, либо с коротким рукавом, кофточки. В общем, тоненькие кофточки, они... Ну, то есть не для лета, вот осень, весна, либо зимой там под что-то одевать кофточку, такие тонкие кофты. Справа лежат кофточки потолще, либо такие уже теплые какие-то вещи. Вот здесь у меня платье даже висит, лежит шерстяное. Ну и здесь какие-то такие более плотные зимние вещи. Этой полкой я пользуюсь только, ну, практически вот... Начало зимы, зима. Вот это у меня полочка, это у меня такая сменная полка, я ее меняю. Сейчас лето, у меня здесь лежат летние вещи. Вот эта стопка полностью футболки, полностью. Вы знаете, когда я перебираю эту полку, ну, естественно, каждый год я это делаю, перебираю вещи какие-то, выбрасываю какие-то, куда-то там отдать. И я просто... Ну, сама не верю, что, блин, ну столько футболок, куда ты еще покупаешь? Ну, это моя самая ходовая вещь, это футболка, конечно. Здесь шортики, какие-то легенькие юбочки, сарафанчики. Вещи такие легкие, летние. Я их меняю, когда наступает лето, я их перемещаю на уровне моей доступности. Зимой я их меняю на верхнюю полку, сейчас вы увидите. Следующая полка, это джинсовые вещи. Вот эта стопка у меня джинсы. Вот эта стопка у меня джинсовые шорты, юбки, жилеточка, комбинезончик. В общем, джинсовые бриджи там какие-то. Ну, и не только есть джинсовые, есть обычные шортики такие. Ну, в общем, я их отношу к джинсовым. В общем, джинсовая моя такая стопочка. Тоже я частенько ее перебираю. Ну, не частенько, я каждый раз в год, даже, может быть, два раза в год, я перебираю свои вещи и раздариваю их. Вернее, отдаю одному, конкретно я знаю, какому человеку. Джинсы тоже, вы, кто смотрит мой канал, знает, что это моя самая любимая, самая ходовая, самая-самая моя и в пир, и в мир, и в добрые люди одежда. Это джинсы, потому что я их люблю и всегда покупаю. И вот верхняя полочка, она у меня сейчас как бы практически я ею не пользуюсь. Там конкретно такие теплые вещи, байки, свитера, лыжные штаны, всякие такие вот утепленные. Костюм спортивный новый положила наверх, ну, просто так. И вот я меняю, либо я эту полку буду спускать скоро уже вот менять на эту я отправляю наверх.
оставляю только какие-то базовые вещи. Вот так вот выглядит, еще раз покажу, мои полочки. Здесь, в общем, ну, действительно вещи, только те, которые я ношу. Я стараюсь перебирать и просто не копить вот эти вот вещи, которые, кажется, ну, да, я ее одену, эту кофту. И она лежит годами, из года в год, и никогда ты ее не оденешь, и я с чистой душой и совестью ее отдаю. Так, что же у меня вот в этих шуфлядочках? Ну, вы знаете, я покажу все это быстренько, потому что вы знаете, что да, есть такие люди, которые напишут гадости и там и прочее. Поэтому в верхней полочке у меня лежит нижнее белье, оно тоже у меня аккуратно сложено. Всегда-всегда у меня носочки завернуты, трусики всегда у меня свернуты, трубочкой и сложены. В этой косметичке у меня лежит купальник и шапочка для бассейна, это гольфы и здесь бюстгальтеры. Все аккуратно сложено, всегда у меня так. И в этой полочке... Ай, так она плохо открывается. И в этой полке у меня здесь зимние вещи. Ой, тряпка полмыла. Здесь зимние вещи, которые я меняю. Вот, допустим, кепки уже начинаю потихоньку складывать. Вот зимние лежат шапки или осенние-весенние мои, ребенка. И зимние такие носки, которые я потом поменяю. Летние уберу сюда, а зимние положу туда. У меня во второй половине шкафа это штанга, на которую у меня висит такая вот секция из Икеи. Я покупала ее в Икее, потому что мне нужны были дополнительные полочки. И здесь у меня лежат сверху вот такое два отдела. Здесь у меня лежат купальники в двух пакетах. Купальники, их у меня много. Здесь лежит вот такой вот платок, шаль, это зимний. Я редко его ношу, но иногда одеваю. Георгиевская ленточка, я когда-то на 9 мая одевала и повесила ее сюда. Здесь вещи Ивана Николаевича, не удивляйтесь, их так мало, потому что это такие домашние вещи, которые дома используются. Здесь у меня лежит плед и халатик такой легкий мой. Здесь чисто спортивная одежда, в которой я занимаюсь спортом. Это лосины, такие тонкие маечки, шорты. Ну, в общем, такие вот синтетические ластиковые вещи. Это мои спортивные вещи. И на самой-самой нижней полочке лежат мои вязаные вещи, которые я связала либо на продажу у меня, либо я кому-то собираюсь их дарить. В общем, здесь такие вот вязаные мои вещи. Нижняя стопка – это полотенце. И вот здесь вот в глубине шкафа такая стопочка. Здесь вещи лежат, которые домашние и которые я одеваю очень редко, но я пользуюсь ими. То есть, допустим, вот на субботник надо что-то одеть, да, вот у меня спортивный костюм, или там зимой, ну, как-то в магазин выбежать, какую-то кофту надо взять, я беру. Ну, то есть такие вещи, которые я ими пользуюсь, но редко, но они нужны мне, то есть я их никому не даю. И на штанге у меня висят какие-то рубашки, которые не нужно слаживать, складывать, потому что они помнутся. Такие вот кофты, которые тоже я могу резко там куда-то выбежать, накинуть на себя. Рубашки сына, пиджак. Ну, в общем, такие вещи, которые нужно вешать на вешалку. Вы знаете сами. Рубашки и так далее. Так, верхняя полочка у меня в сумке Мэри Кей. У меня сложены мои сумки, маленькие сумочки. Потом вот этот вот идет такая сумочка, там колготки, там полностью, не знаю, пар, наверное, 20 или 30 капроновых колготок разных. Я раньше носила юбки, платья и очень часто носила колготки, сейчас я очень редко их одеваю. И там два пакета, всякие разные какие-то благовония, там, ну, такое, что я слаживаю туда что-то новое, что я еще не начинала, там, может, кому-то подарить, там, я покупала какие-то новые полотенчики. В двух коробочках там и пакеты подарочные там сложно у меня. Вот нижняя часть шкафа. Здесь у меня лежат коробки с обувью. Но это не все, естественно, коробки. Потому что обувь, которой я пользуюсь и ношу сейчас, она у меня стоит в прихожей в шкафу. Много обувь, которую я не ношу вообще. Или она такая очень-очень редко одеваемая. Она у меня вообще в другом месте в антресоле сложена. Ну, в общем, здесь такое что. Я обычно
Если в коробку ложу две пары обуви, я подписываю. То есть, если вот, допустим, одинаковые у меня коробки Nike стоят, я обязательно подпишу, что в этих коробках. Я так делаю всегда. Вот, допустим, у меня, если не подписана коробка Merrell, значит, здесь будут сапоги Merrell и больше ничего. Если у меня здесь вот Baldini сапоги, не знаю, что я подписала, они так понятно, что они там. А вот здесь вот кроссов, допустим, сникерсы Nike в этой коробке, в этой, допустим, белые сапожки Nike. В этой, она тоже Nike, но видите, написано ботильон, значит там ботильон. В этой, допустим, серые сапожки DC Shoes и белые балетки. Ну, то есть, понятно, что я всегда знаю, в какой у меня коробке что. Здесь мои шиповки Adidas лежат. В общем, вот такая вот организация нижнего места. Боковые полочки шкафа. Я не люблю, чтобы они были захламлены, но так или иначе, все равно на них что-то стоит. На нижней полке у меня лежит планшет и вот такая вот коробочка handmade, сделана мною. Это обычная коробка из-под обуви, я ее вот таким образом декорировала, джинсом обклеила. И здесь у меня хранятся зарядные устройства от всего на свете, от планшетов, телефон, переходники, селфи-палки, штатив. Ну, в общем, все-все-все, что нужно для зарядки. Поэтому все мои тоже знают, телефон зарядили. Зарядное положи в коробочку, иначе... вторая полка. На второй полке всегда стоит утюг. Он стоит здесь всегда, никого не трогает. И коробка моя с вязанием. Ой, она меня, честно говоря, бесит, потому что она вот в такую вот дырочку, и из нее постоянно все вываливается. Особенно вот эти мелочи, крючки, спицы просто выпадают, капец. Вообще она красивая, но она очень-очень такая неудобная. Если бы просто тупо в ней какие-то нитки лежали, то было бы удобно. А спицы, ручка, там что-то постоянно вываливается. В общем, когда я иду вязать в какую-нибудь комнату, я просто беру эту коробку и иду. Вот на этой полке стоят такие вот вещи, так сказать, чтобы были всегда под рукой. Это дезодоранты мои, Ивана Николаевича, мои три туалетные водички. Потом вот такая коробка витаминки. Ну, в общем, то, чтобы вот вечером там сидишь, там руки кремом, крем для рук, крем для ног, Ивана Николаевича крем для ног, крем мой для тела, массажер, расческа, две коробочки с туалетными водичками, мини-версиями. Это Ивана Николаевича тоже крем чистой линии. Ну, в общем, такие вот вещи, которые там выходишь, уже так быстренько хватанул то, что нужно. Вот на этой полке у меня мои, ну, типа украшения. Часы здесь мои, ребенка. Вот такая вот акула. Я ее привозила из Кипра. Так, я ее пока уберу. Тут камешки такие, вазочки стоят тоже. Я там с разных морей привозила их. Вот такая вот штучка, на которой висят всякие браслеты мои. Там какие-то значок вот красивый, очень из шерсти сделан. Ну, в общем, какие-то вещи. В общем, вещи тоже, которые всегда должны быть под рукой. Вот коробочка Mary Kay, здесь тоже мои сережки, потому что я всегда, когда прихожу домой, у меня такая привычка снимать серьги, я их бросаю в эту коробочку. А потом перед выходом из дома я выбираю, что мне здесь одеть. Спинки для волос, браслетики, вот на котики. Котик вообще, ему, наверное, лет 10 уже, я его заказывала как-то в каталоге Oriflame, я на него вешаю свои колечки. Вот эта статуэтка, я ее забрала с работы, у нее вообще такая печальная история. Нам ее подарили, это, видите, как бы футбольная такая статуэтка, подарила какая-то команда по футболу, которые приезжали к нам, либо мы к ним ездили, не помню, в общем. И она сделана из гипса, она у нас стояла благополучно, никого не трогала. И у нас один есть такой неуклюжий товарищ на работе, в общем, он ее... толкнул, она упала и разбилась. Вот здесь вот видно, что она разбилась. И выбросил в мусорку. И ее кое-как сделала и забрала себе. И сказала, больше на работе она стоять не будет, будет стоять у меня дома. Вот такие, вот такая стопка у меня на выброс. Ну, то есть не на выброс, а я отдаю конкретно одному человеку. Это женщина молодая, как бы, ну, ей нужнее. В общем, я всегда чистой совестью, и груз у меня прям падает с плеч, я всегда отдаю ей вещи. Единственное, вот видите, там даже постельное белье, даже вот лифчик, между прочим, Кельвин Кляйн.
Так, эти кроссовки валялись. У меня вообще, не знаю, 100 лет. Это какие-то первобытные кроссовки. Я, наверное, их занесу на стадион. Кто-нибудь из детей будет в них бегать. Единственное, вот эту вот юбочку, это юбка Пинка. Я ее так хотела, капец, в общем. И я ее так хотела, что она мне не подошла. И она лежит без дела, я не ношу ее. Надо будет кому-нибудь продать, может, на куфор выставить. Очень-очень классная. Вот здесь вот вставка из натуральной кожи нерпы. Размер М-ка. Дело в том, что я ношу S местами XS. Ну, она мне конкретно вот, ну, великовата все-таки. Тем более, она у нее модель такая, она таким идет тюльпанчиком. Поэтому, ну, мне это надо так, чтобы у девушки были бедра такие чуть-чуть покрупнее. Юбка очень классная, кармашки такие боковые. Ни разу вообще не одевана, ни разочку. И, в общем, так я ее хотела, что не пришлось ее поносить. В общем, выставлю ее, наверное, куда-то на продажу. Может быть, девчонки из Беларуси, кто-нибудь заинтересуется. Если захотите, я померяю ее, покажу, как она смотрится на мне, под какую-нибудь обувь. Ну, она будет круто смотреться и под кроссовки, и под ботильоны, и под высокие сапоги. Честно, мне ее очень жалко. Я ее даже хотела перешивать, но ее никак не перешить, потому что ушивать бока, тут все эти заклепки, все разрезики, то есть, ну, никак, вообще никак. Ушивать середину то же самое. Здесь такая вот декорация, ну, никак вообще не ушьешь. И, то есть, надо кому-то ее, или, может быть, поменяться на что-то. В общем, вот так вот. Такая вот я добрая девочка, отдаю вещи всегда. Какие-то отвожу родителям, мама уже кричит, не вози мне ничего. Ну, если вам понравилось, как я организовываю свой шкаф, свои вещи, свои полочки, то я буду рада, если вам понравилось и пригодилось это.